Православный праздник Крещения Господня традиционно отмечают 19 января. Накануне ночью сотни ивановцев приходят в парк 905 года. Здесь располагается единственная в городе официальная купель. По области их чуть больше 40. Чтобы верующие смогли совершить обряд погружения, на талке возле берега оборудуют Иордань. Как правило, внештатных ситуаций не возникает. Единственное, так скажем, может быть проблема, это люди в состоянии алкогольного опьянения, для чего будут присутствовать сотрудники МВД, которые не будут, будут обеспечивать безопасность, чтобы люди в состоянии как алкогольного, так и различного степени опьянения просто не мешали другим желающим искупаться. Затем, чтобы крещенские купания прошли без эксцессов, будут следить не только полицейские, но также сотрудники МЧС и ГИМС. Тем, кто после погружения в ледяную воду почувствует недомогание, медики окажут первую помощь. Ожидается, что в ночь с 18 на 19 января в парк приедет около 1000 человек. Подготовка к купанием крещенским идет в соответствии с планом. То есть сейчас вы присутствуете на мероприятии, именно когда аварийно-спасательный отряд осуществляет как бы прорезание льда для купели, установки поручней. Специалисты МЧС напоминают о правилах, которые следует соблюдать во время обряда погружения. Во-первых, стоит воздержаться от употребления алкоголя в день купания и накануне. Во-вторых, необходимо захватить с собой нескользящую обувь или сланцы, в которых будет комфортно передвигаться по льду. Ну и, конечно, стоит взять полотенце и теплую сухую сменную одежду. Здесь будет организован пропускной режим. То есть все желающие искупаться не будут сразу выпущены на лед в целях избежания несчастных случаев. Будут запускать группами, которые свободно будут переодеваться, искупались, вышли. Здесь также будет установлены две палатки, отапливаемые для переодевания, мужская и женская. В праздничный день территория парка будет закрыта для личного транспорта. Для удобства граждан мэрия организует несколько дополнительных маршрутных автобусов. Купель будет работать официально с 9 вечера 18 января до 21 часа 19 числа. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.